Два золотые медали у сыроваров центрального региона. Престижные узнагороды на международной выставе у России отримал Холопиницкий сырозавод. Дарэчы, 90% своей продукции это предприемство поставляет на экспорт. В основном у буйные гандлевые сетки Москвы и Санкт-Петербурга. Зараз заключают новые контракты с іншими регионами центральной России. Мы постоянно в поиске, хотя стараемся не распыляться в этом плане. Значит, выработали сыр вместе с учеными из Института мясомолочной промышленности. Видим, покупателю он понравился. Значит, работаем над сроками, работаем над качеством. Получилось, значит, идем дальше. Не получилось, значит, ищем другие варианты, другие подходы к выпуску новых видов продукции. В ближайший час на предприемстве продолжится модернизация обсталявания, каб зменшить выдатки на вытворчасть продукции.